Вот в Брянске будет проходить МКС, на котором основными вопросами будут партийные проекты и работа местных общественных приемных. Поэтому сегодня как раз мы и спрашивали местные приемные, с какими проблемами, трудностями они сталкиваются, для того, чтобы они озвучили эти вопросы, в том числе и на МКС. И те вопросы, которые сегодня и 16-17 числа будут обсуждаться, как пример ставились по местным приемным по всей стране.